пойдем куда-нибудь спрячемся и типа «Всем привет, меня зовут самый позитивный чмошник». Всем привет, меня зовут Дима, и сегодня со мной играет мой друг аниме. Конец. Что? Это, стоп. Я думал, мы ждем. Давай, заново. Зачем заново оставим? Просто там обрежу. Ну я это оставлю, а потом там такой небольшой монтажик сделаю. Погнали. Меня убили. У него нож. Надо поздороваться наконец. Я убил кого-то! Всем привет, меня зовут Дима, и сегодня со мной играет мой друг Анимен. И сегодня мы с вами играем в Гаррис мод в режим под названием Мёрдер. В этом режиме есть убийца, которого нужно вычислить, а также есть один шериф, который пытается поймать этого убийцу. Также здесь нужно собирать улики, чтобы собрать оружие, чтобы защитить... Артёмка! Чего? Артёмка, ты! Где ты? Да я вот он перед тобой, почему ты женщина? Подожди, это не я. Почему ты же Артём? Смотри, тут три Артёма. Твою мать. Ты мужчина? Ты мужчина? Ты голубенький или зеленый? Я зелененький, я не голубенький, ни в коем случае ни разу. В смысле, разу. Ты подожди, я у тебя одежда. Это ты тут за автоматом спрятался? Нет, я. А, то есть ты вот этот, да? Я в дверях стою. Все? Это ты? Здравствуйте. Эй, здорово, белая сука. А, нет, ты не белая. Ты белая. У тебя волоса такие стрёмные. А тут можно взять это? О, ты улику подал. Так, тихо. Смотри, Настя парень. Настя реально парень. Это подозрительно немножко. А Артём уже. Что ты там выглядываешь? Так, надо уходить, не надо сидеть здесь в одном месте. Я микроволновку взял. А я у тебя... Кто-то, по-моему, лом достал. Я украл у тебя... А, ну лом ты чё? Это у тебя лом. Там лом, короче, когда достаешь, типа, берешь предмет в руки, там можно на секунду лом достать. Нифига себе. Я убийца. Твою мать, иди отсюда. Там пистолет. Его можно подобрать? Да, я подобрал. Лиза. Так. Лина. Смотри, за один... Подожди, ты убийца, походу, да? Нет, иди в жопу. Олег. Олег? Не-не-не-не, по Олегу стреляли только что. Господи, нет, по мне стреляют. По мне стреляют, я убегаю. Ну так, Настя, это не ты. А, еще какая-то улика. Кто убийца? Понятия не имею. Артёмка! Артёмка? Кто? Это ты, Артём, с пистолетом? Ай, я не могу попасть в это! Он их мочит! Ай, всё, я убил! Я убил преступника! Да ладно, красавчик! Вот так вот нужно делать я игры. Помню, ты вообще я красавчик как... уже. Ты лысый вообще. Так, я обычный гражданин. Я тоже. Вы свидетель, преступник на свободе, не дайте себя убить. А у тебя что написано? То же самое. А ты не врешь? Я Паша. А ты кто? Я Толян. Толян. Обычный парень с района. Ядрить тут у Янока эта херня за печами. Да. Это прям как из этого, знаешь, из аниме такие большие мечи. Гигантские просто. А, Толя, здорово, чё? Ты Паша? Пойдем уединимся. Толя и Пахан. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Я шутки не могу придумать. Пойдем кое-что покажу. Так, иди-ка ты нахрен. Ну как тебе? Немножко больно, потом приятно. Ну окей. Что он делает? Он пытается огнетушителем разбить стекло. Иди мочи их, пока они возле этого. А, я не могу догнать Сережу, я Сережу не могу. Спрячь нож! О, зарезал. Сзади, смотрите, я сейчас копнуть могу. Прячься за дверью. Справа становись. Вот. Да ты к ним иди. Ты же охотник. Я-то охотник? Я чё, чё за сундучки я поднимаю? Еще такой в яичке колокол так. Мочи его, мочи, они знают, что ты Толян. Все, пошел. Доминатор просто, убийца. Господи, я бог ножа. Здесь следы какие-то есть, окей. У меня нет никаких следов. Ян, короче, Ян... На улице? Влад, короче, рядом с тобой, у него пушка. Да я убью его. Пушка! Да ты дурак, что ли? Смотри, одного снял. Там еще... Тебе крышка. Ты я обойду, что ты... я обойду просто его, смотри. Ты думаешь, ты такой умный? Да. Да, ты серьезно, что ли? Убил? О, боже, ну ты и даун, ты не убил его. Ты такой просто, как этот.
Что? Зачем ты список взял? Смотри, ниндзя, блядь. Убил? А почему у него пушка была, а у меня нет? У него не было пушки, у него сзади просто так, это декор. Не-не-не, а я... Он на улице, он на улице. Я говорю про того чувака, который по мне стрелял. На улице? А он вообще-то шериф, типа такой шериф. Я один-один остался? Да, ну тебе крышка, смотри. Он тебе сейчас длинно... Смотри, он еще прицелится хорошенько, и тебе крышка. Маневрируй, как бог. Маневрируй! Вот, все, пошел. Ты... Вот, все. Ты убил всех? Да. Да. Да ладно! Да ладно! Я так и думал, ай, блин. Ты меня простишь, что я тебя убил? Вообще... Конечно, брат. Братишка. От души, душевно в душу. Так, ты кто? Я Алина. Я Толя. Блин, ты что такой противный? Так, давай где-нибудь встретимся. Подружка, давай сюда. Я тебе не подружка, гнида ты. Ты меня убил в прошлый. Как тебя зовут-то хоть? Толя. Толя? А, зеленый, давай, иди сюда, вот он я. Так, Алина, окей. Так, ты урод! Это ты меня убил? Алина. Серьезно, это ты меня убил? Да. Привет. Ока за ока, зуб за зуб. О, черт. Они знают, что я убийца. Мне страшно, друг. Нож спрячь, блядь, свой большой. Смотри. О, давай поиграем. Там, по-моему, кто-то сидел. Смотри, хоп, матрица. Шериф, блядь, ты что делаешь? Опа! А патронов у него не гречный, интересно, конечно. Да ладно, ты убил? Давай, иди сюда, сука. Там, по-моему, кто-то за ящиками сидит, посмотри. За ящиками. Да ладно! Алина просто... Просто Алина убийца. Карательница. Такого быть не может просто. Просто минируем, это просто... Я свидетель. Да, я тоже. Ты мне веришь? Да, ну ты не можешь как быть зовут второй Паша? Раз. Я Паша. Ой, так. Я Егор. Меня Ян зовут. Ты опять это... Не, вот Ян. Ян. Походу вот этот зеленый, он что-то какой-то поносный. Ты тоже зеленый, ты видел себя. Ты хитман. Отлично, ты... У тебя башка лысая, ты смотришь вдаль. Ты просто задумчиво. Ты так глаз приводишь, но мне в глаза не смотришь, ты что-то скрываешь. Не-не-не, я... Смотри в глаза, сука. Я честно нафиг зуб даю. Бля, буду я сейчас. Зубов. Смотри, Артём. Что он делает с этим трупом? За такое не забанят. Не знаю. Ты хочешь присоединиться? Лиза, это Лиза, кстати, можно Лиза-то. Ты чё, Лиза? Ты, правда, красивая. По внешности не похоже. Да, внешность обманчива, давай. Еще раунд не начался. Раунд закончится через 4 миллиона. Ну, ты видишь, да, это? Ты Лёша? Я опять никто. Как и, впрочем, в жизни. Я заткнул Настю, ты-то чё? Коля, негр, бежим от него. Коля негр? В смысле, почему надо от него бежать? Ну, у него лицо подозрительное. Я не расист. Ты, кстати, сам негр, так что... Я Таня, я не негритянка. Что? Смотри, Колян-то что-то думает, смотри. Уходи от него. Что-то думает. Уходи от него. Надо улики искать. Какие улики? Еще никого не убили, ты уже хочешь улики найти. Ты что, экстрасенс? Кто-то хелп кричал. Ноу, сзади. Или спереди, или справа, слева, где? Я написал... Я грущу. Ты что с панелью сделал? Ё-моё, это не я. Убегаем, чтобы никто не спалил. Так, смотри, у меня есть план. Давай, помогай мне. Будем строить укрепление. Да стой ты! Ты зачем? Сначала сюда чуть-чуть, а потом надо вот это сначала все сделать. Ну ты один сможешь сделать. Нет, я дрич, давай помоги мне, Таня. Ну-ка, Таня. Идут, твари, ломятся. Проломились. Бежим. Нет, это наш, по-моему. О! Слушай. Что происходит? Почему все вещи ломают? You shall not pass.
О, у Олега пистолет. Держимся, Олега. Блин. Оп, Олег убил... Так, тихо-тихо, у меня пистолет. Ай-яй-яй! Кто убийца? Кто убийца? Сейчас-сейчас скажу, сейчас голубой скажу. Убийца, я понял, голубой убийца. Так-так-так. Big Bang, bitch! О, красава. Я просто на этой карте так делаю, все круто. У меня счет 67. Или сколько тут счет? Понятия не имею. Половина игроков убийцы, другая половина свидетель. Так. It's an interesting game, my friend. Так. Ну отлично, угадай, кто я. Ты что? Понимаешь? Всем привет, сегодня я играю за Петю. Так, всем... О, я случайно на ножик достал... Ой, я не убийца. Окей, скажи, как тебя зовут еще? Ты Артём? Оп, а у меня и пистолетик тут. Что? И пистолет. Я просто... У меня ни разу пистолета не было, чувак. Идите сюда, давайте будем с вами. Ты чё всех убил? Рома, Роман Фильченков. Я только что убил Лололошку. Он сейчас пистолет поднимет, он чё поднимет? У него уже пистолет, что ли? Эй, пацаны. Ты... Ясно. Ты Лёша был? Да, я убил. Видел, как тебя застрелили. Давай, последний раунд. Я свидетель. Опять? Да ладно. Так, нет, в этот раз что-то ты как-то... Тебя пахнет подозрительно. Пахнет подозрительностью, вот сейчас... Подозрительно. Как тебя зовут? Ты панель про... Так, Лиза! Кто такая Лиза? Это ты, да? Нет, я Кирилл. И Мефодий. Кирилл. Лиза, Лизу бойся, Лизу бойся. Окей. Она всех там в коридоре пытается замочить. Ой, всё, я... Всё. Это был последний раунд. Ну давай. Да ладно. Да, мы выиграли. Так, я свидетель. Я свидетель. Я тоже. Давай дождемся, пока ты или я будем не свидетелем. Или хотя бы ножик где-то. Да, 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 друг мой. Ну окей, ладно, последний раунд. Ты я, Саня. Алина. Саня. Саня. Дима. Антон. Кто ты? Алина. Алина. Была у меня там. Да, у меня тоже было. Саня. Так. Саня, ты тёлка. Да? Да. Я Лёша вообще-то. А, окей. Лёха. Где ты? Ай, блядь, у меня пистолет был. Кто? У кого пистолет? Да, в смысле, ты чё, маньяк? Ты маньяк! Ты начал, чё, у неё пистолет? Я прям детектив. Иди в жопу от меня. Да я Алина. Да. Да я не маньяк, я Алина. Саня, и где? Так, Лёша. Так. Да не, всё норм. Как тут говорить? Пацаны, мочим Алину. Я не знаю. Урота. Это она, у неё нож. Я вам серьёзно говорю, вы чё, мне не верите? Она нож доставала. Как забраться? Да вы шутите, что ли? Он сейчас... Вот ты, урота. Главное, подстрекать. Я подстрекатель. Я просто не могу. И на этой ноте я предлагаю закончить. Если вам понравилась эта серия с анимейным, то вы можете поставить лайк, позвать друзей. А также не забывайте подписаться на наш канал. Ссылка будет в описании. Ссылка будет в описании. Да. И всем удачи, всем пока. Пока.